А скажите, пожалуйста, а было ли какое-нибудь хобби у вас в детстве? Хобби? Да. Этикетки собирать, марки и значки. В кружке художественной самодеятельности занималась, легкой атлетикой занималась, это да. А рукоделием каким-нибудь? Рукоделием? Ну, вязала немножко. А сейчас зрение плохое, поэтому уже все в прошлом осталось. Бальные танцы занимался, баскетбольным занимался. И кружок по физике. Да. А какие? Театральный. Театральный? Да. Ага. А занимались рукоделием каким-нибудь? Вязанием. Радиотехникой занимался. А что именно там вот? Приемники собирал разные. Танцы. Танцы? Да. А рукоделие какое-нибудь? Нет, рукоделия не было, пришло уже в осознанном возрасте. Скажите, пожалуйста, а было ли у вас хобби в детстве? Хобби было. Музыкой занималась. Музыкой занималась? Музыкой, спортом, да. А куда ходили, какие секции? Ой, в спортивный, в волейбол ходила, играла, в музыкальную школу ходила. Ну, в общем, постоянно была чем-то занята. У меня хобби было вязание, и сейчас все еще вязание. Мне очень нравится это занятие. Ага, а в кружке ходили какие-нибудь? Да, ходила в танцевальный, но моя танцевальная карьера быстро закончилась, к сожалению. Да, в секции, конечно, волейбол, да, было такое. Даже на соревнования ездили. Да, в школьные годы, спорт. Да, пожалуй, спортом занимались. А рукоделием каким-нибудь? Рукоделием, нет, не очень. Это сейчас. Сейчас интересно. Рыбалка, только если и все. А кружки какие-нибудь посещали? Кружки спортивные посещал. Какие, например? Вот. Лыжами занимался. Марки собирал. Марки собирали. А в кружки ходили какие-нибудь? Ну, там разные кружки были у нас. Кто там лобзиком выпиливали раньше, там еще что там. Танцы были. Вот танцы очень нравились. Ну, я рисовать любила. Я любила, знаете что, я любила рисовать. Я любила, что еще, гулять. Спортом заниматься. Ну, еще много что. А, я еще, знаете, любила сказки. Я сказочница. Мне так и говорили в детстве. Чтобы все было, ну, как в сказке. Всегда все кончалось хорошо. То есть рассказывать какие-то сказки? Ну, да, и сочинять, и рассказывать.